Здравствуйте, меня зовут Юля, у нас есть дочка Дарина, и я хочу рассказать немножко нашу историю. Извините сразу за неопытность, видео снимаю первый раз. Вот. Хочу рассказать о том, как мы познакомились с Давидом и как он нам помог. Нашей дочке никто не ставил диагноз аутизм или что-то в этом роде, задержку развития. То есть она росла обычным ребенком, но где-то в годик мы начали замечать, что у нее не такое развитие, скажем так, как у всех остальных детей. И мы начали, скажем так, искать информацию, ну, как любой другой родитель, думать, гадать, что да как. Думали сначала поводить по врачам, потом решили этого не делать, подождать. Вот. И ближе к 2 годам, скажем так, наши нервы уже были на пределе, эмоции зашкаливали, и штрудировали всю информацию в интернете, которую только, наверное, возможно, чтобы понять все-таки, что же с нашим ребенком. Вот. И однажды я наткнулась на одно видео женщины, которая рассказывает о том, как она встретилась с Давидом и как он ей помог, вернее, ее ребенку стать другим. Вот. После чего я искала информацию о Давиде, читала о нем и нашла и страницу его, и контакты, и решили связаться с ним. Мы с ним общались недолго, то есть где-то сейчас месяц, около месяца прошло, вернее, да, после нашего первого общения, после, скажем так, первого сеанса. Вот. И хочу сказать, что результаты нас, конечно, удивили, это мягко сказать. Наша девочка, наша доченька, она просто вела себя иначе, как другие дети. Она могла сидеть сама часами, что-то там себе рассматривать, крутить, не отзывалась на имя, то бишь нет визуального контакта с нами, контакта эмоционального, то есть, ну, нет того, что есть у обычного человека, да, скажем так, у обычного ребенка, то есть то, что нас настораживало. У нее плохой сон, она как маленькие сидетки там не ходит на горшок, не хочет есть ложку, то есть она не делает ничего такого, что должен делать ребенок уже в ее возрасте. И вот после первого, скажем так, общения с Давидом, хочу заметить, что ребенок практически не контактировал с ним напрямую, то есть не сидел возле компьютера, не пытался там как-то заинтересоваться, наоборот, скажем так, был где-то в стороне. И тем не менее, он слышал голос Давида. И вот после первого сеанса, на следующий день, это были просто колоссальные изменения. Ребенок вообще был спокоен, перестал капризничать, начал больше улыбаться. Даже дал ту вещь, которую мы у него попросили. У ребенка, скажем так, как-то все прям вот в один момент. Появился какой-то вот толчок, который кто-то ему дал, и все. И Дарина просто поменялась. И она меняется каждый день. То есть маленькими шажочками, постепенно, но эти изменения есть. Вот мы общаемся уже 3 недели, и за 3 недели было 3 сеанса. И после каждого сеанса она другая. То есть она вообще другая. То есть она пытается даже иногда посмотреть в глаза, пытается, скажем так, идти на контакт свой, но тем не менее найдет.
Она другая стала. Она визуально другая, она стала более энергичной. Она... Я даже не знаю, как это описать, но поверьте, ребенок поменялся. Я, конечно, сейчас не могу показать ее, она уснула. Вот. Но, дай бог, будет возможность. Я сделаю видео, и вы посмотрите изменения нашей девочки. Чему мы безумно рады и благодарим Давида за это. Я не знаю, это, наверное, человек от Бога. Даже, наверное, выше. Потому что как он это делает, я не знаю. Но ребенок меняется. Соответственно, мы не ходили ни по каким врачам, не делали никакие анализы, чтобы нам поставили какой-то диагноз, чтобы мы в чем-то утвердились. Нам это просто не нужно. Мы знаем, что ребенок поменяется, и поменяется в лучшую сторону. Она уже меняется. Чего уж тут говорить, чему мы рады. Вот. И Давиду, конечно, огромное спасибо. И дай Бог ему здоровья. Так что все, кто не верит, и все, кто еще надеется, обращайтесь, он обязательно вам всем поможет. Всем спасибо за внимание.